Пять лет ожидания, но сейчас мечты о своей квартире для дольщиков дома номер 77 по улице Первомайской как никогда близки к реальности. Об этом заявил глава округа Дмитрий Волошин на встрече с инициативной группой. Для жителей последние годы это череда застройщиков и неисполненные обещания. Предыдущий инвестор бросил стройку в 2016 году. Был найден новый, но сдачу в первую очередь тормозили сложности с проведением коммуникаций. Совместно с депутатом Мособлдумы Дмитрием Голубковым проблему удалось решить. Сейчас строительство проблемного объекта наконец возобновлено. Была проблема в том, что компания «Земинж Консалт», которая изначально являлась застройщиком данного комплекса, из-за того, что строила долго, просрочились технические условия на газ. И квоты на газ были перераспределены уже не в пользу этой компании. Сегодня квоты вернули для того, чтобы мы могли спокойно достроить и все-таки ввести запланированный первый корпус в этом году. У собственников наконец появилась надежда переехать со съемного жилья. Ну, благодаря Дмитрию Владимировичу стройка вроде бы сдвинулась, застройщики работают. Все трудности, которые у нас сейчас есть, ну, они решаются. Вместе с Юлией ключи от новых квартир получат жители близлежащих ветхих домов. Таким образом, квартирный вопрос решат более чем для 300 дольщиков и для 50 жителей аварийного жилья. А на месте бараков появится детский сад на 125 мест.